Распакуйте, настройте и установите принтер серии HP Smart 10. Извлеките все расходные материалы и документацию из упаковки. В документации представлены руководство по настройке и повторной упаковке. В руководстве по настройке показано, как настроить оборудование вашего принтера аналогично данному видеоролику. Изучите руководство по повторной упаковке, если необходимо переместить принтер на новое место. HP рекомендует сохранить всю оригинальную упаковку для последующей транспортировки принтера. Поверните упаковку на бок и, взявшись за две ручки, извлеките принтер из упаковки. Извлеките пенопластовые вставки и пластиковую упаковку с внешней стороны принтера. Извлеките всю синюю ленту с тыльной и передней стороны принтера. Поднимите крышку сканера, извлеките защитный лист и закройте крышку сканера. Откройте переднюю дверцу и извлеките синюю ленту и картонную вставку. Откройте дверцу доступа к печатающей головке, извлеките ленту и картонную вставку, затем отложите их в сторону для последующей транспортировки принтера. Закройте обе дверцы. Подключите принтер к электросети и нажмите кнопку питания. На инициализацию принтера может уйти до 5 минут. В моделях, где используется панель управления с сенсорным экраном, выберите ваш язык и нажмите «Подтвердить». Выберите вашу страну или регион, затем установите дату и время. По запросу на панели управления заполните емкости для чернил. Извлеките флакон с черными чернилами из упаковки. Принтер может поставляться с флаконом с открывающейся или отвинчивающейся крышкой. Если флакон оснащен открывающейся крышкой, откройте крышку, извлеките и утилизируйте прокладку, затем закройте крышку. Откройте переднюю дверцу, затем на емкости для черных чернил надавите и откройте колпачок. Откройте колпачок флакона с черными чернилами или, если крышка навинчивается, открутите крышку. Переверните бутылку вверх дном и поставьте ее на горлышко емкости для чернил. Не надавливая на флакон, дайте ему заполнить емкость для чернил. Снимите и утилизируйте пустой флакон, затем закройте колпачок на емкости для черных чернил. Повторите процедуру заполнения емкостей для желтых, пурпурных и голубых чернил, полностью вливая соответствующие флаконы в емкости. На моделях без сенсорного экрана закройте и откройте переднюю дверцу. Откройте переднюю дверцу доступа к печатающей головке. Дождитесь, пока каретка не остановится по центру и не перестанет шуметь. Затем найдите ручку оранжевой пластмассовой опоры. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть ее. Надавите на синий фиксатор, затем извлеките и утилизируйте оранжевую опору. Извлеките трехцветную печатающую головку из упаковки. Снимите оранжевую заглушку, затем вытяните пластиковую ленту за язычок. Не прикасайтесь к контактам или соплам. Прикосновение к этим местам может привести к закупориванию, сбою в подаче чернил и плохому электрическому контакту. Удерживая трехцветную печатающую головку за боковые стороны, вставьте ее в левое гнездо до щелчка. Повторите эту процедуру для установки черной печатающей головки в правое гнездо. Надавите на синий фиксатор до его закрытия. Закройте дверцу доступа к печатающей головке, затем закройте переднюю дверцу. Извлеките входной лоток и передвиньте направляющую ширины бумаги в крайнее положение. Загрузите обычную белую бумагу во входной лоток и отрегулируйте направляющую, чтобы она касалась бумаги. На моделях с сенсорным экраном нажмите «ОК». На моделях без сенсорного экрана на панели управления отображается «A» и печатается страница выравнивания. Поднимите крышку сканера. Поместите страницу выравнивания напечатанной стороной вниз в левый верхний угол стекла сканера, затем закройте крышку. Нажмите «Сканировать» или кнопку «Начать черно-белое копирование», чтобы выполнить выравнивание на принтере. На моделях с сенсорным экраном отображается сообщение об успешном выравнивании. Нажмите «ОК». Извлеките и утилизируйте страницу выравнивания. Завершите настройку принтера Smart Tank, посетив сайт 123.hp.com с мобильного устройства или компьютера.